В рамках этого курса я буду рассказывать о тех явлениях, которые, с одной стороны, непонятны интуитивно, но, с другой стороны, эти явления я могу объяснить на кончиках пальцев, рисуя на доске, двигая всячески телом, может быть, даже в танце, если это у меня получится. Если взять на гитаре бенд или подтяжку, то мы повышаем звучание струны. При этом я могу взять две ноты одновременно. И при помощи вот такого драматического эффекта, подтяжка или бенд, сделать некоторое звучание такое вот как бы немножко плаксивое, что ли. Вещество. Материя. Вот у нас должна быть концентрация чего-то. Не будет ничего, звука не будет. В вакууме звука нету. И вот эти, знаете, такие звуки выстрелов в «Звездных войнах» пиу-пиу в космическом пространстве, они исключительно для добавления драматического эффекта. Нету там звука, ничего не слышно. Умирают космонавты молча. Вот я ее покачиваю, и ничто не меняет мою веру в эту вселенную, в этот мир. Она покачивается именно так, как я этого и ожидаю. Пока что она выключена. Сейчас ее включаю, удерживаю двумя пальцами и начинаю покачивать. Вы видите, что происходит? Она кивает из стороны в сторону. Теперь я его раскручиваю и ставлю на подставочку. Он не падает, он прецессирует. Вы видите это? Он вращается под некоторым, стоит под большим углом к земле. И вместо того, чтобы упасть на эту землю, он прецессирует. Все видят? Никакого обмана. Следите за руками.